Захватывающий поединок между победителем Лиги Чемпионов и обладателем Кубка УЕФА. Сильнейший клуб английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед против чемпиона России питерского Зенита. Суперкубок УЕФА 2008. Прямая трансляция 29 августа вечером на Первом. Грандиозная мистификация чекистов, позволявшая контролировать монархическое движение, породившая шпионский скандал и любовную драму. Операция «Трест» в документально-хроникальном цикле «Невидимый фронт». 30 августа на Первом. Первый канал представляет «Танцы со звездами» в масштабах всей Европы. Второй танцевальный конкурс «Евровидение». 14 пар в грандиозном 135-минутном шоу. Прямая трансляция из Глазго. 6 сентября в 22:00. Только на Первом.